В начале данного ролика хочу всем порекомендовать канал под названием Мистер Владик. Ребята, это замечательный канал, парень снимает видео по игре Black Strike, поэтому, пожалуйста, кому не сложно, перейдите и подпишитесь. Сделайте парню очень приятно, потому что он снимает годные видеоролики, снимает смешные моменты, снимает выживание, челленджи и так далее. Так что, ребята, ссылочки есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, ребята, Кент на проводе, и сегодня мне в ВК пришло прям очень-очень странное сообщение. Парень мне пишет: Кент, АПК, давай дуэль, или я зарежу твою маму. Конечно же, пруф я вам предоставлю. Я просто, ребят, ну, видел разные приглашения на дуэль. Писали, типа: Кент, ты лох, если это не так, давай дуэль. Кент, ты нуб, если это не так, давай дуэль. Но, ребята, чтоб такое, что прям парень угрожал, что зарежет мою маму, ну, мне просто стало интересно, как хорошо играет этот парень. И прямо сейчас я жду, пока он зайдет. Правда, как мы видим, что-то он долго заходит, потому что я уже тут играю минуты две, а его все нет и нет. Ну, ребята, будем его ждать. Ну что ж, поехали. А вы, ребята, пожалуйста, поставьте большой и жирный палец вверх, дабы меня поддержать. А также подпишитесь на мой канал. Так, что-то он пишет, дочитать до конца, что-то он пишет какой-то бред, я ему пишу гоу, и мы начинаем. Гоу. Все, ребят, поехали, играем ровно до 12 раундов. Ой-ой-ой, слушай, как это было некрасиво, со спины зашел. Фу, блин, Адека, тебе просто позор. Помимо того, что мне угрожаешь, еще со спины пытаешься убить. Но это вообще, короче, некрасиво. Но сейчас мы, ребят, ему отомстим и покажем, кто тут главный. Пока что 3-2, я побеждаю. О, обратно, зашел, пока не видел. Ну, в принципе, ребята, в этот раз все было честно. 3-3, неплохо, но надеюсь на то, что мы его, ребят, победим. Приветик. Ой, я тебя убил, ну бывает, не повезло тебе, да? Будешь знать, как угрожать мне и моей маме. 4-3, неплохо. А, он там, ребят, смотрите, сейчас, короче, убью. А ну-ка. Ну давай, выходи ко мне. Мы сладенькие, ну ты где там? Ладно, я пойду сам к тебе. Он тут справа, смотрите. Ой, блин, так и знал. Приветик. Пишет: стой, можно скрин пыжи. Какой скрин? Ты вообще в самом уме или нет? У нас дуэль с тобой, если ты не знал. Я в шоке с этого парня. Привет. Шпуньк. 6-3. Неплохо. Ой, ну я, ребят, уже вижу комментарии. Кент, ты только крысишь и так далее. Окей, ребят, не буду крысить, договорились. Вот я иду его рашить. Иду рашить. Добрый вечер, я диспетчер, а его нигде нету. Ох ты, мой сладенький. Приветик. Ну иди-ка к папочке. И команда красных победила. Хоть я убил его, он убил меня, но, ребят, все равно команда красных победила. Обидно, между прочим. Ладно, продолжаем дальше наш мега-дуэль. Я пока что побеждаю. 7-4. Неплохо. Чё-то у этого Адеки немножко заторможенная реакция. Ну, мне так кажется. Чё-то он сильно тупит. Приветик. Адека, иди сюда. Ох ты мой сладенький. Ничего себе, ребят, что он себе позволяет. Убил кента. Не, ну вот это он зря. Вот сейчас мы ему покажем, как это убивать кента, да? 8-5. Блин, обожаю дигл. Вот при помощи дигла как-то вообще на изи всех убиваю. Ну что ж, идемте дальше. Ля-л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 я. Привет. Ничего себе, он дерзкий, да, ребят? Вот это он дерзкий. Но мы его за это наказали. Надеюсь, он после этого больше мне не будет писать никакие плохие сообщения в ВК. Надеюсь, у него хоть чуть-чуть мозгов появится после этого. Опа, ай-яй-яй-яй-яй. Блин, я обратно убил его, он убил меня. Но, как обычно, команда красных победила. А вот это меня, ребята, уже бесит, да? Ну, это нечестно, я считаю, что мы друг друга убили, но побеждает именно красные. Так, ждем его, моего нигде нету. О, окей, я понял. А, вот он, ребят. Блин, я не среагировал. Немножко затупил. Но сейчас я надеюсь, что все будет окей. И мы ему покажем, кто тут главный в блок-страйке. Йоу, здорово. Так, тут его нету. Справа его нету. А, вот он, вижу. Приветик. Ох ты, как FPS-то просел, ребят. Ну, прям жесткие лаги. А ну, какой у него пинг? 101. Ну, как-то, ребят, прям жестко он пролагал. Прям очень жестко. Так, а ну-ка. Спрашивает, ты снимаешь? Да какая разница, снимаю или нет? 11-7. Ребята, осталось мне убить последний раз, и все. Я победил. Так. Я же нуб, ребят, вы чё? Я же нуб 228. Здорово, привет, братанчик.
Ох ты, блин, какой ты хитрый. Ничего себе. А вот этого я не ожидал. Не, ну парень, конечно, хитрый. Давайте, ребят, последний килл, и мы победили. Так, а ну-ка, иди ко мне. Ну давай. Ну ты где там? Так, справа его нету, значит он где-то слева. Приветик, дружище. Я иду тебя рашить. Надеюсь, у тебя много хп. Ага, его нигде нету, ничего себе. Слушайте, куда он пропал-то? Ё-моё, приветик, братанчик. Все, ребята, Кента пока победил. 12-8. Пожалуйста, поставьте большой палец вверх. А также подпишитесь на мой канал. И напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете про этого парня. Потому что, как по мне, он, ребят, поступил очень некрасиво и очень плохо, то, что писал такие плохие вещи. Мы его наказали и надеемся, что он больше так делать не будет. Ладно, ребята, с вами был ваш Кента ПК. Всем удачи и всем пока.